Ну вот ради прикола покажу вам. Я не знаю, у меня у самой не каллиграфический почерк. Вот как пишет Никита, и смотрите, как исправляет ему учительница. Как нужно писать двойку. Да. Видите? И единицу исправляет, что надо ровнее писать. А двойку, вот эту верхнюю, я тоже не поняла, почему она тебе ее обвела. Я даже не понял. Вот вроде бы красивая. Ну. Интересно, скажите, как в вашей школе относятся к детям в первом классе? Интересная новинка за 199 рублей настольная игра «Морской бой». Для детей от 6 лет в комплект входят корабли по 2 набора, комплект фишек красных 2 набора, комплект фишек белых 2 набора и игровые поля. Белые и красные фишки выглядят вот так в огромном количестве. Поле для боя скреплено полностью, литое. Вот как выглядят поля внутри. Единственное, что плохо видно буквы и цифры. Придется присматриваться. Вот так напротив нужно будет сидеть. Это самая любимая игра в моем детстве. Мы все играли только на бумаге. Интересно, сейчас дети будут в такую играть? Вот и ножницы, фигурные зверушки, которые я так ждала. Стоят они всего 55 рублей. Состав полипропилен, нержавеющая сталь. У них безопасные закругленные лезвия и интересный дизайн ручек. Сделаны они в Китае. Есть цыпленок, собачка, желтая собачка, желтый цыпленок, голубой и белый зайки и синий и оранжевый тигрята. И всего получается 8 разновидностей. Появились новые наборы блестящих наклеек. Два листа подходят для любых гладких поверхностей, для телефона, планшета, ноутбука, тетради, учебников. Они с блестками переливаются, с машинками, с котятами, собачками, с совами и с единорогами. Ой, милашка. А второй листик с обратной стороны. Купила вот такой коврик в бежевом цвете за 199 рублей. Все расхвалили. Сейчас куплю вот такой гороховый суп. Буду пробовать, потому что тоже все хвалят. Появилось два вида приправ. Приправа букет перцев и смесь чили перцев. Состав. Соль морская, перец черный, горчичное семя, кориандр, паприка, перец белый, перец зеленый, перец чили. А в этом состав. Соль морская, перец чили, паприка, семя. Горчицы и томаты. Цена 50 рублей. Новый набор контейнеров каскад 0,7 и 1 литр 55 рублей. Одинакового размера и крышки одинакового цвета. Можно использовать микроволновое печенье более 5 минут. Можно замораживать продукты. Второй вариант — крышки вот такого салатового цвета. Еще вот такая новинка — мегабон. Без скоти, 100% наслаждения. Рецепт отличного настроения. Дрожжи печенья в кондитерской глазури. Мегабон – это вкусное дополнение к чаю и кофе. Отличный способ порадовать себя. Угощение для общительных. Легкий, удобный способ перекусить. Возьмите с собой дорогу. И длинный составчик. О, мега крутая новинка. Это весы кухонные, механические. Максимальная нагрузка 1 кг. Цена деления 20 грамм, объем чаши 500 миллилитров. Цена 99 рублей. Состав: полистирол, нержавеющая сталь, бумага. Так весы выглядят в собранном виде. Есть колесико, которое нужно повернуть, пока стрелка циферблата не установится на 0. Весы убираются в чашу для компактного хранения. Выглядят они вот так, упакованы в целлофан, все аккуратненько. И в данном случае у меня прозрачная чаша. Еще одна новинка, вот такая пластиковая мерная емкость. У нее есть носик для слива, есть деление, которое видно изнутри. Называется миска круглая с мерным делением 2 литра, материал полипропилен. Допускается использование в СВЧ, морозильных камерах, посудомоечных машинах. Производитель Россия. Миски разных цветов. Есть оранжевые, прозрачные, зеленые, голубые, серые и немножко такие коричневатые. И есть большого размера, 77 рублей. Здесь есть тоже деление до 3,5 литров. Сама миска 4 литра. Также появились новые стаканы, вот такие высокие.
И есть низкие стаканы. Здесь объем 200 миллилитров. Цена. И эти стаканы стоят 25 рублей. И по запросу, девочки, кто спрашивал, все колготки сейчас посмотрим. И вот такие эластичные шелковистые носки 99 рублей две пары. Колготки мини-ми 77 рублей по супер цене. Сиси 99 рублей. Golden Lady 77 рублей. Тоже Golden Lady. Так, вот такие 20 ден стоят 55 рублей. Конта 77. Микрофибра 100 ден 199 рублей. Лимон Альпина 77 рублей. И вот такие кто-то спрашивал, сколько они стоят. Они стоят 99 рублей. Здесь есть троечка. Да, все третий размер. 200 ден. Самые толстые колготки. Лулу стоит 55 рублей. Все, и есть тапочки. Вот такие по 99 рублей. И смотрите, вот здесь, конечно, не очень удобная подушка, мне кажется, стала. Покрытие в тапочках тоже стоит по 99 рублей. Вот, но я нашла, тут есть. Если покопаться, можно найти. Там далеко. Можно найти вот такое пробковое покрытие. Здесь еще есть 99 рублей на небольшом каблучке. Они классные, мне нравятся. Хочу такие себе вот заменить. Вот их три штуки взяла. Новые трусики с кружевами. Производитель швейная фабрика Баксан. Есть черного цвета. 95% хлопок, 5% эластан. Хлопок мягкий. Это Кабардино-Балкария. Есть еще вот такие теплые шапки с отворотом. Новые подушки на стуле с размер 40 на 40 стоят 99 рублей. Рисунок в виде сот. С обратной стороны прирезиненное покрытие. Ткань как будто плюшевая. Есть вот такого белого молочного цвета. И приятного переливающего серого цвета. Вот сравнила размер этой подушечки, вот этой маленькой 35 на 35, а той 40 на 40. Зашла в Макдональдс и решила вам показать, как тут в туалете. Островок комфорта. Везде удобно, все сделано, все хорошо. Такой американский островок. Удобное сиденье, приятная музыка. Стены разрисованы. Тихо Никита сидит, ждет под музыку вообще. Есть футбол, да, футбол? Это футбол или хоккей? Это футбол. Футбол. Как тебе уголок комфорта? Да, очень хороший. Макдональдс. Что там у тебя? Чизбургер. Чизбургер. Картошка фри и полный стакан сока холодного. Но мы разбавили его здесь вот кипятком немножко. Так что он не очень холодный, не ледяной. Вкусно? Там соленые огурчики. Спасибо. Даже мне достанется. Вкуснятина. Я же говорю, островок счастья. Еще и в футбол поиграем сейчас. Играем в Макдональдсе. После удачного дня. Ай. Как же его... да что ж это? Кто подыгрывает? Я! Деловая колбаса! Еще вот такой интересный арбузный ежик. Be calm, be happy. И еще вот такие кактусы. А вы такое видели когда-нибудь? Как они такие красивые! Посмотрите! Голуби с какими перьями! Какие шикарные! Смотри, какие! Кто вас так раскрасил, ребята? Никита, как ты в шоке?